Доброго вечора. Що Дмитро думає про дніпровського стрілка Роман, 29 років. І добрий вечір, Дмитре. Мене звуть Станіслав. Я живу в Італії. Що ви думаєте про той страшний випадок, що стався в Дніпрі? А саме про розстріл. Ваша думка, чому він так вчинив? Что касается этой страшной трагедии, катастрофы просто, которая произошла в Днепре. Безусловно, убивать людей нельзя. И тем более еще столько своих сослуживцев. Но я считаю, что суд, а сначала следствие, должны очень четко разобраться в том, что происходило в части, где служил этот парень. Насколько мне удалось узнать какие-то детали, говорят о том, что в этой части, и не только в этой, и не только в Нацгвардии Украины, но и в ряде формирований вооруженных сил, происходили постоянные поборы денег с военнослужащих, которые были призваны на срочную службу. Говорят о том, что это были системные поборы, которые осуществляли сержанты, прапорщики, и деньги, которые каждый месяц брались у солдат, они распределялись в таком соотношении, чтобы доходило и до командования частей. Я говорю об этом совершенно открыто. Я никого не боюсь. Я считаю, что нужно обязательно с этим разобраться. Это очень похоже на правду. Этой гадостью пронизана и российская армия, и российская гвардия. И не исключаю, что и украинская. Это все отрыжки проклятой советской системы. Это все дедовщина, которая была еще в Советском Союзе. Я думаю, что мало что изменилось с тех пор. Нужно тщательно все проверить. Нужно проверить сигналы о том, что в этой части издевались над новобранцами. Нужно проверить то, что в этой части и в других были и убийства, и самоубийства. Вот просто все проверить и рассказать об этом обществу. Я не оправдываю этого парня, но если этого парня довели до таких действий, то есть такая статья «Доведение до подобных действий», до убийства, до прочих каких-то моментов. И мы не должны быть однобокими. Мы не должны сказать, он виноват, он плохой, или они виноваты, они плохие. Мы должны дать полную картинку, и общество должно знать, что происходит у нас сейчас в частях как Национальной гвардии, так и вооруженных сил. А вообще хочу сказать, главное, надо платить нашим солдатам и правоохранителям, и нацгвардейцам, и сотрудникам СБУ, и судьям, и прокурорам достаточно денег для того, чтобы они не чувствовали себя униженными и не занимались поборами у своих же сослуживцев. Потому что, платя мало людям, которые должны нас защищать, государство унижает себя и обрекает своих граждан на отсутствие защиты. Дякую, Дмитре. Це страшна історія. До речі, як факт скажу, що в соціальних мережах почали з'являтися групи на підтримку цього хлопця, який вбив 5 людей, 4 своїх колег і дівчину, яка була на прохідній, яка чергувала. І вона просто відмовилась відкрити йому двері, за що отримала кулю. В неї залишилась малолітня донька, мама. І, безумовно, це страшна історія. Ну, загибель хлопців – теж трагедія. Безумовно, життя кожного українця, кожної людини в світі – найбільша цінність. Як коротко про цю дівчину, яка загинула. Знаєте, Василій Володимирович? Філатов, мер Дніпра, де відбулася ця трагедія. Да, Дмитро Ильич. Вы знаете, я вам хочу сказать, безотносительно к этой истории, если я узнаю, что какой-то солдат, то ли в России, то ли у нас, взял автомат и расстрелял тех, кто над ним издевался,
Я оправдываю этого солдата. Не надо издеваться над людьми. Это я так, в порядке отступления. Так ось, Борис Філатов на своїй сторінці написав, що родині цієї дівчини, яка загинула, буде виділена одноразова матеріальна допомога в розмірі 250 тисяч гривень з цільового фонду. Доньці буде встановлена ежемісячна виплата до совершеннолітті. Також буде допомога в оздоровленні і матері, яка працює в системі медичної галузі, буде підвищена вдвічі заробітна плата. А сама загинувша Віра Лебединець буде нагороджена городським почетним знаком «Защитник Отчизни» посмертно. Ми будемо крокувати далі. Дуже багато запитань. І як... Так, це ми вже озвучили. Хіба національні інтереси не передбачають якусь позицію щодо... Так, ну це теж бізнесове, вибачте. Дмитрий Ліч, Наталя Кривий Ріг. За вашими відчуттями, в який строк Україна могла б зрівнятися з процвітаючою Польщею? Скільки потрібно часу, щоб наздогнати польську економіку? Ви знаєте, мені дуже стидно, коли Україна... которая в 91 году после выхода из Советского Союза была одной из самых мощных стран мира в промышленности, в культуре, да во всем, сегодня принимает помощь той же Польши, которая была намного отсталее Украины, опять-таки, в 91 году. Стыдно, когда Украина, которая делала на Южмаше самые мощные ракеты в мире, которая делала мощнейшие танки на заводе Малышева в Харькове, которая делала все. Сегодня с миру по нитке, с протянутой рукой, как нищенка на паперти стоит и принимает помощь от разных стран. Стыд и позор нашим руководителям, стыд и позор нам всем. Мне стыдно. Когда я читаю, как Польша передает Украине вооружение, когда я читаю, как там Словакия, страны Балтии передают вооружение Украине, мне стыдно. Мне очень стыдно. Потому что эта Украина должна так стоять на мировой карте и так себя позиционировать, чтобы Украина могла передавать кому-то вооружение, кому захочет и так далее. Это наша какая-то ущербность. Я не понимаю, что это. Это наша страсть к разворовыванию собственной страны. Это наша антипатриотичность. Это вообще отвратительно все, то, о чем мы говорим. Дякую. Крокуємо далі. Ще одна інформація. Нещепленим – відсторонення від роботи. Поліцейським – підвищення зарплати. З 1 лютого на українців чекають нові зміни. Зокрема, наказом МОЗу будуть усувати від роботи невакцинованих працівників органів місцевого самоврядування, працівників охорони здоров'я установ державної та комунальної форм власності, а також співробітників комунальних підприємств, установ та організацій. За невиконання розпорядження роботодавців загрожує штрафувати. Норма не стосується людей з абсолютним протипоказанням до вакцинації. Тим часом на поліцейських чекає підвищення зарплати на 10%. Більшості додадуть 1000-1300 гривень на місяць. При цьому в Раду внесли законопроект про підвищення зарплат копів щонайменше до 24800 гривень. Сьогодні, нагадаю, зарплата в Нацполіції становить 12-16 тисяч гривень. Дмитрий Ліч, я розумію, що економічний стан в Україні не ідеальний, це м'яко сказано. Але ми розуміємо, що в поліції і тим паче в армії люди не можуть отримувати 12, 16, 18. В той час, коли там, в Києві там, зарплата близько 20 тисяч гривень і вище, а на передовій хлопці отримують там 16-18 тисяч. Ну це ж неспівставімі умови роботи. Людина, яка ризикує життям,
і людина, яка там живе в столиці в мирному форматі. Як вирівняти? За які фонди, за які рахунки можна це вирівняти? Ну вот я хотел бы спросить президента Зеленского. Владимир Александрович, вот я общался с следователем полиции в Киеве. Он получает 14 тысяч гривен в месяц чистыми. 14 тысяч гривен в месяц. Он должен платить за жилье, он его снимает. Он должен содержать семью. Он должен иметь дело с трупами, с кровью, с мерзостью, с гадостью. И он получает 14 тысяч. Это разве справедливо? Это разве способствует укреплению украинского государства? И при этом госсекретарь США Блинкен говорит, что в Украине ежегодно воруется 40 миллиардов долларов. Вот Владимир Александрович Зеленский хочет, чтобы я его уважал и говорил о нем хорошо. А как я могу говорить о нем хорошо и как я могу его уважать, если, по словам госсекретаря Блинкена, в Украине ежегодно воруют 50 миллиардов долларов, а наши полицейские, сотрудники спецслужб и наши воины получают копейки. Я могу уважать президента за это или нет? Можливо, не знає, як вирішити цю проблему президент. Ну, якщо не знає, пусть уходить. Якщо не знає, пусть уходить. Може бути, прийдуть ті, хто знає, як це зробити. Як не воровати і як платити людям. А ще у нас врачі є, а ще у нас учителя є. Почему они должны унижаться, как нищие люди на паперти? Почему их довели до скотского состояния? Почему полицейский не гордится тем, что он полицейский, а стесняется этого? Как такое может быть? Ну, не знаешь, как это сделать. Ну, не знаешь, как это сделать. Ну, уйди. Ну, не позорь нас, не позорь себя, не позорь этих людей.